Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня свое выступление начинаю с поздравления всех женщин. Сегодня день мам, сегодня 25 ноября. Примите, пожалуйста, все мои поздравления. И в этой связи как раз-таки вопрос от нашей форумчанки Светланы, которая пишет вместо своего мужа, пишет за своего мужа, поскольку у того очень сильно идет кровь. С ее слов, прямо вот весь унитаз в алой крови. И они были на колоноскопии ничего не нашла, что делать. Друзья мои, это очень частая ситуация, когда именно женщины в большей степени, чем мужчины, обращают внимание не только на себя, но и на своих мужей. И я просто от души, вот честное слово, я от души хочу поблагодарить вас за такое внимание, потому что, увы, мы мужчины и наши мужчины, к сожалению, далеко не так внимательны к своему здоровью. Итак, сильно идет кровь. Значит, смотрите, какая ситуация. Колоноскопия сделана, и слава Богу, что ничего в патологии нет. Потому что основная цель колоноскопии – это, значит, выявление онкологических заболеваний в верхних отделах толстой кишки. Это первое. И второе, естественно, то также вы выявите источник кровотечения. Это не обязательно могут быть опухоли, это могут быть и дивертикулы, эрозии, воспалительные заболевания толстой кишки, ну и так далее, и так далее. Итак, ничего этого не было. Значит, в таких случаях нужно идти к проктологу, потому что если действительно сильно идет кровь, то тут врач должен сразу сориентироваться, и сразу же в день осмотра нужно уже что-то сделать. То есть можно остановить кровь, потому что человек теряет кровь, гемоглобин падает, человек начинает шатать, ну это уже как бы и не жизнь-то и получается. В день осмотра под анестезией, значит, выявляется источник кровотечения. Это относительно сделать не так уж и сложно. И прямо в этот же момент, прямо в момент осмотра проводится либо склеротерапия, либо латексное лигирование внутреннего узла, либо перевязка этого узла. То есть что-то, небольшое такое пособие, которое позволит остановить кровь. Человек дальше восстановит свои силы, и дальше уже нужно смотреть, нужно его оперировать или не нужно оперировать, потому как может даже и закончиться все, собственно говоря, лечение этого пациента. Все, спасибо всем, до свидания.